Всем привет! Сегодня хочу сказать о том, что придумало наше государство опять. Спроси у любого жителя Москвы или ближайшего Подмосковья, кто ездит за рулем, на машине, какая скорость, какое ограничение у нас на МКАДе. Любой ответит – 100 км в час. Но наше государство придумало такую штуку. В некоторых местах сейчас поставили знаки 80 и сразу камера. Эти участки у нас по 50 метров и просто занимаются побором. Так, вот мы едем по МКАДу, по внешней стороне, со стороны Каширки, в сторону Бесед. И вот, вот он знак, якобы неровная дорога, 70 метров расстояние и знак 80. И вот здесь, вот она, камера стоит, и она сразу в зад снимает. Неровность дороги, это полосы, которые многие уже видели, которые перед пешеходными. Это нанесены такие белые полоски поперек дороги, вот они. Это вся неровность. И таких участков сделали много на МКАДе. Просто уже не знают, как деньги с водителей собирать. Поэтому будьте внимательней и смотрите за знаками. И вот мы проехали метров 50, и опять ограничение снято с 80, опять 100 знак. То есть опять можно ехать до 120. Поэтому все, кто ездит или кто планирует поехать по МКАДу, внимательно смотрите. Не надо кормить это государство, которое просто так с вас деньги хочет забрать. Видимо, сейчас выборы в сентябре будут, сейчас август. И они пытаются казну пополнить уже всякими способами. Просто не знают уже, что придумать, как у людей деньги отнять.